Скорпион, купол свободы. Здоровенная потная подмышка. В костюме незаметно, но припекает тут как острейшая карие. Многое изменилось. Вот как все начиналось. Люди шли в Сел ради дешевой энергии. Сел генерировали ее бесплатно, а это вне конкуренции. Скоро они стали монополией, и счета начали расти. У людей не осталось ничего, кроме долгов. Сел выгнала их из домов и загнала в добровольческие лагеря. Это было рабство. Сканированного сектора А1 и Дельта 6. А? В чем дело? Ничего, просто скачок напряжения. Прошло. Помощь нужна? Просто. Скот. Значит так. Я буду называть локации, которые вижу. Например, это в секторе 1 Дельта 0. Это потенциальные локации для запаса оружия. Башня 3 Дельта 3 – наша основная цель. Как только доберемся, мы вырубим этого ублюдка. Сектор 1 Дельта 3. Нормально. Вот. Сектор 1 Дельта 0. Сектор 1 Дельта 2. Что-то вижу. Лежи тихо и не лезь под башню. Я думал, это вижу, понятно. Ведьма не выйдет. Добраться тихо, босс. Приоритет сектору 1, Дельта 6. Сильный противник. Предлагаю немедленно выдвигаться. Внимание! Высотная защитная башня Дельта-3 выведена из строя. Силам реагирования немедленно прибыть в данный сектор. Сообщите, где находитесь. Надо объединиться. Вас понял. Опробую их на том озере. Протокол безопасности не выполняется. Что
Внимание, пророк! Подкрепление СЭЛ уже в пути. Сброс оружия СЭЛ рядом с вами.